В начале января на крупнейшем ипподроме в финляндском Верма прошла матчевая встреча наездников Чувашии и Финляндии. Конный спорт в республике становится все более популярным. 2020 год начался с матчевой встречи с лучшими наездниками-профессионалами из Финляндии. Отметим, что команды уже встречались на московском ипподроме в прошлом году. Тогда в командном зачете наша республика стала второй, а места в индивидуальном зачете разделились поровну. На этот раз победу одержали хозяева ипподрома в заезде на 2120 метров. Первое и второе место заняли наездники из Финляндии. Третьим пришел Николай Пыркин из Батревского района.